Предприятие «РН-Няга-Нефтегаз» поздравило гимназистов РН-классов с наступающим Новым годом. Нефтяники и городская гимназия сотрудничают уже 9 лет, поэтому каждая встреча проходит в атмосфере добра и гостеприимства. Музей нефтяников под занавес года радушно встречает гимназистов. Они здесь частые гости. Предприятие «РН-Няга-Нефтегаз» – наставник профильных классов городской гимназии с 2014 года. «Роснефть» – это, по моему мнению, наилучший класс, который можно было выбрать, потому что различные бонусы, различные мероприятия проводят, очень интересные, которые дают тебе новые знания и помогают определиться с профессией. Ты уже определился с профессией? Да, я хочу стать инженером по бурению. Школьная жизнь профильных классов РН насыщена и не ограничена только изучением точных наук. Для ребят в течение учебного года проводят экскурсии, мастер-классы и встречи с нефтяниками. Недавно проходило у нас два развлекательных мероприятия. Это была нефтемания и игра корпорации, где мы чувствовали себя как управляющие нефтяной компанией. Наставники напоминают, что у учеников РН-классов есть преференции при поступлении в нефтяные вузы страны. Больше шансов для быстрого трудоустройства по специальности. 7 человек у нас работает в обществе уже на сегодняшний день. В этом году к нам еще 2 молодых специалиста пришло, выпускники Роснефть-класса. Поэтому мы каждый год практически у нас по 2-3 человека возвращаются на предприятие. В этот раз 52 гимназиста получили сладкие наборы и многофункциональные настольные часы. Поздравление было очень интересным. Узнали очень много нового. Ну и, как понимаю, это информация, которую мы получили сегодня, нам понадобится в будущем. Мне очень понравилось. Оно было необычным, познавательным. Я узнала много нового об основателях Роснефти, какой вклад они внесли. И это очень важно для нашей начальной ступени и нашего развития, чтобы мы знали, откуда идут наши корни. Совмещать лекции, которые помогают в выборе профессии, и дарить новогодние подарки ученикам профильных классов от предприятия «РН-Няга-Нефтегаз» уже добрая традиция. Ее обязательно сохранят и в следующем году. Татьяна Герт, Максим Куксаус, Вести, Югория, Нягань.